Если мы отдадим арабам западный берег, разве они оставят Израиль в покое? Нет, потому что они считают, что и остальная страна тоже принадлежит им. Но ведь есть умеренные арабы. Поверьте мне, они все так считают, каждый из них. Более того, если ты даешь им землю, они лишь еще больше убеждаются в твоей слабости. Мы отдали Египту Синай, и теперь у нас мир с Египтом. Крайне важно понять, что с Египтом нет ни мира, ни войны. Египетские газеты каждый день призывают к насилию против Израиля. Они уже нарушили мирный договор тысячами разных способов. Они не пускают в Израиль туристов, не разрешают культурные контакты, ничего. Египетский солдат убил 6 или 7 израильтян. 11 лет между 1956 и 1967 годами при Насере тоже не было войны. Вы думаете, Насер имел с Израилем мирное соглашение? Конечно же, нет. Пока Египет не верит в возможность выиграть войну, для него нет смысла ее начинать. Как только он поверит, что он сможет победить, он начнет войну. То же касается и других стран. Точка. Ты не отдаешь землю стране, которая начала против тебя 4 войны. Ты не отдаешь землю. Точка. Иначе почему бы им снова не начать войну? Чего им бояться? Ведь если они ее начнут, то проиграют, а мы все равно отдадим землю. В любом случае, палестинцы хотят весь Израиль. Они считают, что он принадлежит им. Они считают, что время на их стороне. Они считают, что Израиль слаб. Каждое перемирие, которое заключает Израиль, убеждает их в его слабости. И будет следующий шаг, затем следующий и так далее. Как только они получат ту землю, что у них сейчас, они начнут говорить о возврате к границам 1947 года, когда Арафат сказал, что признает резолюцию ООН номер 242. Большинство сегодняшних болванчиков не понимают, что он сказал буквально следующее, в контексте всех резолюций ООН, включая резолюцию номер 181 от 1947 года, которая определяла еврейское государство без Яффы, Рамле, Лода, Бейершивы, Акко, Ашдода, без Западной Галилеи. Довольно крохотное государство. Эта резолюция также требовала возвращения домой арабских беженцев 1948 года. Вы с ума сошли? Ничего не давать, ни пяди. Арабы должны быть благодарны, что мы не забрали всю нашу землю, которую они занимают, включая Ливан, всю Иорданию и остальное.